Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать красоту Адриатического моря. Немножко его подводный мир. Потому что я не люблю загорать, а я люблю плавать. И плавать люблю с маской и люблю снимать камеры подводный мир. А с учетом того, что здесь, особенно бока Которский залив это берег вулканического происхождения, то вода здесь очень чистая. А я, как натурист, отдыхаю в местах, где нет людей, не на пляжах, и поэтому рыбы подплывают очень близко, они абсолютно не боятся, и на них очень интересно смотреть и наблюдать за ними. И у меня, конечно, из одежды только маска и тапочки. Всего остального не будет. Те, кто хочет посмотреть мои видео и многое другое, конечно, welcome to my Patreon. Я хочу еще раз сказать по поводу тапочек. А, мои дорогие подписчики или те, кто смотрит меня первый раз. Адриатическое море. Здесь помимо красоты рыбок есть еще ежики. И это не смертельно, но это больно. Ну, конечно, есть еще рыбки ядовитые, да, но в основной, конечно, причине, по которой люди обращаются к врачам, это ежи. И смотрим, когда наши группы, ленты, листаем, как люди в Фейсбуке, в Телеграмах местных спрашивают, что делать. Там взрослый наступил, как вытащить иголку, ребенку попала иголка, как обратиться к врачу и так далее я вижу на пляжах, многие купаются без тапочек, но мой совет, подумайте о своем здоровье все-таки. Их продается огромное количество, и мужских, и женских, разных расцветок, и детских, и ярких, и красивых. Одевайте обувь, и тогда спокойно заходите в воду. Во-первых, Основная пляж, э, масса пляжей в Черногории, это каменистые пляжи, и ногам не будет больно заходить в воду. Вы обезопасите себя. Песчаных и мелких гравинных пляжей здесь не так много. Ну а что касается рыб, то, конечно, пожалуйста, приходите на Patreon, поддержите мой канал, посмотрите мою жизнь на туриста в Черногории всю полностью. Ну и кто не может прийти на Patreon или хочет по-другому поддержать канал, тогда с вас лайк, подписка, комментарий к этому видео. И я вам буду очень благодарна, если вы поделитесь этим видео с друзьями. Это тоже поможет развитию моего канала. А самое главное, больше людей еще раз узнают о том, что надо беречь свое здоровье одевать обувь, и тогда их отпуск в Адриатическом море, на берегу Черногории, оставит только замечательные впечатления. И не будет проблем. Ну что ж, до встречи в новых роликах. Пока-пока!